Всем привет! Сегодня немного рассуждения на моем канале. Пару дней назад ко мне во дворе подошли мальчишки, ну лет 12-13, не знаю, не в этом суть. Они спросили: дяденька, скажите, бальные танцы это круто? Ну, бальные танцы это мужское занятие? Ну, я сказал, что почему бы и нет. Так вот, друзья, для нынешней молодежи даже бальные танцы это круто потому для парней, что это лучше, чем они в подворотне с сигаретами, с сиськами, с пивом будут стоять обдолбанные, чем-нибудь обкуренные. Да, это мужское занятие. Лучше уж чем-то заниматься, потому что нынешняя молодежь может быть где-то не по своей воле, потому что сейчас секции платные, не все родители могут потянуть, потому что дорого, и так денег не хватает большинству людей у нас в России. Да, это нормально, особенно если вы вырастете и станете чемпионом мира по бальным танцам и порадуете своих родителей. Лучше заниматься чем-то. Так что, я знаю, мой канал смотрит очень хорошая девочка Полина. Полина, привет. Покажи своим друзьям, одноклассникам это видео. Пусть они знают, что даже если кто-то из них занимается, из мальчиков, бальными танцами, это нормально. Это лучше, чем огорчать своих родителей. Обдолбанные, пьяные, в подворотне вас ищут, расстраиваются. Так что, да, нормально бальные танцы, я считаю. Потому что я в своем детстве перепробовал, по-моему, все виды спорта. И в маленьком возрасте меня родители водили, отправляли на бальные танцы. Ну, правда, я сходил на одно занятие, мне очень не понравилось. Ну, кому-то ж, каждому свое. Лучше чем-то, говорю, еще раз повторюсь, заниматься, стремиться к чему-то, развиваться, чем быть обалдуем, пьяницей, наркоманом. Так что, друзья, дорогие дети, дорогие парни, занимайтесь вообще спортом, футболом, хоккеем, теннисом, бадминтоном. Это гораздо лучше, чем все негативные, плохие, пагубные занятия. Так что, всем привет. Оставайтесь у меня на канале, ставьте лайки, дизлайки. Можете смеяться, не смеяться. Всем пока.